Добрый вечер, друзья! Мы находимся в кафе «Житное 10». Здесь сегодня событие под названием «Семь жизней». Это для тех, кто решил изменить мир внутри себя, а не вокруг себя. Что это такое? Давайте узнаем с вами об этом получше. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас поздравляем с таким замечательным днем, как сегодня у нас завершается проект «Семь жизней». Да, расскажите нам, пожалуйста, что это за проект и о чем он? Проект «Семь жизней» – это первый онлайн-проект по преобразованию себя, где 7 участниц за 7 месяцев меняют себя, кардинально меняют свою жизнь к лучшему. Своего рода мотивация к действию, потому что есть очень много женщин, которые хотят изменить жизнь, но не знают как, с чего начать. Они мечутся от одной диеты к другой, они берут какие-то советы из интернета. А здесь именно команда профессионалов, которая направила все свои усилия, все свои знания для того, чтобы эта жизнь этих людей поменялась, женщин. То есть с участницами у нас работала на протяжении 7 месяцев большая группа экспертов-специалистов. Это и диетологи, и психологи, и пармейстер, косметологи. В общем, много кто работал. Жизнь участниц действительно изменилась. И сегодня мы чествуем финалисток. Поделитесь с нами своими впечатлениями, как вы вообще весь проект себя преодолевали? Знаете, я не преодолевала себя, я знала, что все получится, но я совершенно не рассчитывала на призовое место, потому что я считаю, что я уже выиграла в любом случае, я выиграла саму себя. И тут такая неожиданность и очень приятная Париж, это очень замечательно. Слушайте, а вы изначально верили в этот проект и в конечный результат? Конечно, иначе бы я просто не пришла сюда. Здесь изумительные специалисты, все вместе. Здесь есть и диетолог, и тренер, и психолог. Здесь есть все для того, чтобы похудеть. Ирена, как сегодняшний вечер тебе? Ой, вы знаете, такой вечер очень приятный, очень расслабленный. В наше неспокойное время, когда так мало позитива вокруг и мало красоты, здесь такой оазис совершенного благополучия. Очень много людей, которые очень любят себя, очень любят жизнь и очень позитивно настроены. Поэтому все дают друг другу взаимный обмен энергиями, которые... Эти энергии, они очень позитивные и дарят добро. Поэтому мне здесь очень комфортно и приятно находиться в таком расслабленном состоянии, как у себя дома, скажем так. Ниночка, мы вас поздравляем с победой. Вы шикарно выглядите. Расскажите нам всем, пожалуйста, как вы добились своего успеха? На самом деле я просто придерживалась рекомендаций, которые я получала от диетолога, от фитнес-тренера и как бы от работы психолога, да, потому что это очень-очень важно тоже. А с какими трудностями вы столкнулись? С трудностями, наверное, самая основная трудность – это питание, потому что хочется иногда что-то такого съесть, а нельзя. Рената, мы вас поздравляем с тем, что вы стали победительницей. Пожалуйста, поделитесь с нами со всеми вашими эмоциями. Что вы чувствуете? Я в безумном восторге, потому что проект длится 7 месяцев. Это 7 напряженных месяцев, 7 месяцев, которые дали мне столько всего, которые расправили крылья сзади меня, которые дали мне ощущение свободы, уверенности, успеха, ну и дальнейшего будущих каких-то невероятных событий, я думаю. Благодаря Ксении Островской, которая подарила вот это вот ощущение невесомости, невероятности и вот таких безумных эмоций.
Thank you.